вкрилися сади, і знов приходить свято перемоги війни проти нацистської орди, і знов у пам'яті війни тяжкі дороги. Добро і злагоду, шановні ветерани, ви несете крізь праведне життя. Високий приклад ваш в нагоді стане нащадкам на шляху у майбуття. Доброго дня, шановні ветерани! Сьогодні наша зустріч присвячена Дню пам'яті та примирення, 71-й річниці перемоги над нацизмом у Європі, Дню перемоги. Ми щиро вітаємо вас зі святом. Дякуємо вам за те, що ви все своє життя присвятили служіння народу України, нашій батьківщині. І бажаємо вам здоров'я і якнайбільше спокою і миру. Слово для привітання має заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Євгенійович Черняк. Здравствуйте, дорогі ветерани, здравствуйте, дорогі присутствуючі. Приехал, конечно, я к вам сегодня не случайно, сами прекрасно понимаете, хочу поздравить вас со всеми праздниками, которые в эти дни проходят, поздравить вам всего самого лучшего и от имени, прежде всего, председателя нашей администрации Григорьевича Радина, который доверил мне сегодня быть здесь и сказать вам теплые приветственные слова от его имени, от имени администрации в целом. Пожелать вам, самое главное, конечно, здоровья. Прекрасно понимаю, что вам оно нужно, вам необходимо. Надеюсь, что оно вас не будет подводить, и вы еще будете радовать нас долгое время, долгие годы. Хочу поздравить вас с грядущими праздниками. Вы прекрасно знаете, у нас в стране второй год будет День примирения 8 мая. Это указ президента в прошлом году. У нас новый официальный праздник. Мы, Украина, со всей Европой вместе отмечаем День примирения, объединения. Это день, который объединяет всех нас, людей, которые чтут, помнят ту трагедию Второй мировой войны, которые из этого делают выводы определенные исторические. И мы понимаем, что наша страна Украина на сегодняшний день, которая одна из наиболее пострадавших стран во время Второй мировой войны, она является неотъемлемой частью Европы, она является неотъемлемой частью кузницы победы, поэтому количество только героев Советского Союза в нашей стране свыше 200, если я не ошибаюсь, в Харькове только, прошу прощения. И роль украинского народа в целом, Украины в этой победе, она ключевую играет роль, потому что по всей стране прокатилась как в одну сторону война во время оккупации, так и в другую сторону. И как итог, мы отмечаем День Победы, это второй праздник, это 9 мая, когда мы чествуем всех оставшихся, к сожалению, в небольшом количестве ветеранов, участников боевых действий Второй мировой войны, которые ковали эту победу, которые всегда были примером. Я как поколение молодое учась в школе, получая высшее образование, все это мы делали на примере наших дедов, на примере наших родителей на тот момент, которые тоже прошли войну у меня. И по линии отца, и матери, все прошли войну Вторую мировую, и все имели боевые награды. Поэтому... Что-что? Темно. Темно? Ну, не знаю, не могу сказать. Это вопрос, давайте, к освещению поднимем, потому что праздник ощущался, чтобы было светлее, потому что в темноте, конечно, это не праздник, я согласен. Поэтому еще раз говорю, поздравляю вас с этим праздником, понимаю вклад тех людей, которые реально внесли вклад, тех людей, которые пережили, это и дети войны, это люди, которые работали в тылу и на производстве, поэтому любые ветераны. К сожалению, вы прекрасно тоже знаете, что и сегодня, к сожалению, к большому подчеркиваю, на нашей территории идут боевые действия. Сегодня уже появляется новое поколение ветеранов, которые с сегодняшнего дня, вообще неожиданно, я мог подумать, что у нас в эти годы будут тоже ветераны, и мы тоже должны, скажем, преемственность двух поколений ветеранов Второй мировой войны, людей, которые ковали ту победу, ту, которую вот мы будем сейчас праздновать, отмечать, были всегда примером и для сегодняшних ребят, которые и сегодня
куют победу для нашей страны, которые защищают просторы нашей страны. Абсолютно абсурдная война, но она есть, и она, к сожалению, происходит на территории Украины, на территории нашей страны. Поэтому, еще раз говорю, всех с праздником, всем здоровья, к чему я вспомнил и сегодняшние события, потому что всем нам самое главное – мирное небо. Не пустые слова. Мы, если наше поколение, вы, люди, которые застали и были участниками в той или иной степени той Второй мировой войны, вы знали, что такое война. Мы жили на примерах, на книгах, на примерах из кино и не ощущали на себе, то сегодняшнее поколение ощутило опять, к сожалению, что такое война. Поэтому значение слов «мирного неба» — это раньше воспринималось просто как пожелание, добрые, хорошие слова. Сегодня они наполнены совершенно другим смыслом. Поэтому нам самое главное всем — мирного неба. И еще раз подчеркиваю, а вам всем здоровья и долгих лет жизни. Спасибо вам большое и с праздником. І під ваші бурхливі оплески ми вітаємо учасників бойових дій. Івах Петро Іванович. Вайвала Валерій Едуардович. Семеренко Валерій Іванович. Ще ваші бурхливі оплески. Лапин Юрий Васильевич. Литвиненко Иван Опанасович. Дуже дякую. Дякую. Городок провинциальный, летняя жара, на площадке танцевальной музыка с утра. Риорита, риорита, вертится фокстрот. На площадке танцевальной 41-й год. Thank you.
в окопі, на тій сипкій від вибухів стіні, коли згубило горі, зорі в гороскопі моє дитинство вбите на війні. Ах, війна, що ж ти клята наполутала, замість сміху дитячого страх. В чорні дні нашу землю заплутала, ясні очі накрила в сльозах. Дати і сквозить тривогою уют,
В одиночку старые солдаты песни позабытые поют. Песни о прошедшей той войне помним все, и все их узнаем. И сегодня о победе и весне и послушаем, и вместе подпоем. Thank you.
Дощеплял в пути всю тужу, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофер, тормозит. Садись, пехота, щеки снегом бы надер. Далеко ли? На фронт обратно. Руку вылечил. Понятно, не герой, пока не снец. Доставай тогда кисет. Курят, едут, гроб дорога. Между гробами тоннель, чуть ли что свернешь немного. Как свернул, снимай шинель. Хорошо, как есть лопата, хорошо, а то беда. Хорошо, свои ребята, хорошо, да как когда. Грузовик гремит трехтонный, вдруг колонна впереди. Будь бы пешей или конной, с машиной стой и жди. С толком пользуйся стоянкой, разговор не разговор. Наклонился над баранкой, смог шофер, уснул шофер. Сколько суток полусонных, сколько верст в пурге слепой, на дорогах занесенных он оставил за собой. От глухой лесной опушки до невидимой реки стали танки, кухни, пушки, дикачи, грузовики, легковые, криво, косо, вряд, не вряд, вперед, назад, гусеницы и колеса на снегу еще лежат. На просторе ветер резок, зол мороз вблизи железа, дует в душу, ходит в грудь, не дотронься как-нибудь. Вот беда, во всей колонне завалящей нет гармонии, а мороз не стать, не сесть, снял перчатки, трет ладони, слышит вдруг. Гармонь-то есть, уминая снег зернистый, в переменку пляс-не-пляс, возле танка два танкиста греют ноги про запас. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток, оглянулся виновато на водителя стрелок. Ну так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, того, брат, нет. И сказал уже водитель вместо друга своего. Командир наш был любитель. Схоронили мы его. Так, с неловкой улыбкой, поглядел боец вокруг, словно он кого ошибкой нехотя обидел. Вдруг поясняет осторожно, чтобы на том покончить речь. Я считал, сыграть-то можно, думал, что же беречь. А стрелок, вот в этой башне он сидел в бою вчерашнем. Трое. Были мы друзья. Да нельзя, так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну и ранение имею, и контузию одну. И опять же, посудите, может, завтра с места в бой. Знаешь что, сказал водитель, ну, сыграй ты, шут с тобой.
Только взял боец трехрядку, сразу видно, гармонист. Для начала для порядка кинул пальцы сверху вниз. Что-то медленно по слуху подбирал, как будто лень. На гармонь склонившись ухом, шапку сдвинул на бекрень. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. От машин заиндивелых шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет, чья гармонь? Только двое тех танкистов, тот водитель и стрелок, все глядят на гармониста, словно что за ним намек. Что-то чудится ребятам, снежный крутится твой, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И сменивши пальцы быстро, он, как будто на заказ, вдруг повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не проникли слово в слово, не о том ли песня вся, и потупились сурово в шлемах кожаных друзья. А боец зовет куда-то, далеко, легко ведет. Ах, какой вы все, ребята, молодой еще народ. Я не то еще сказал бы, про себя поберегу. Я не так еще сыграл бы, жаль, что лучше не могу. Я забылся на минутку, заигрался на ходу. И давайте я на шутку это все переведу. Обогреться, потолкаться, гармонисту все идут, обступают. Стойте, братцы, дайте на ноги подуть. Отморозил парень пальцы, надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы, дай-ка ту, которую. И забыто, не забыто, да не время вспоминать, где и кто лежит убитый, и кому еще лежать, и кому траву живому на земле топтать потом, до жены прийти до дома, где жена и где тот дом. Для суды на пару пары с места кинулись вдруг, задышал морозным паром, разогрелся тесный круг. Веселее кружить из дамы, на носки не наступать, и бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. Чей кормились, чей поились, где пришелся ко двору, крикнул так, что расступились, дайте мне, не то помру. И пошел, пошел работать, наступая и грозя, да как выдумать что-то, что и высказать нельзя. Словно праздник наречен, половицы гнет в избе, прибаутки, поговорки, сыплет под ноги себе, выдает за штукой штуку. Эх, жаль, что нету стука. Эх, друг, как бы стук, как бы вдруг мощеный круг, как бы валенки отбросить, подковаться на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуку тому каю. А гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет. Ах, какой бы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что, ребята, найти. С места в воду и вагон. Все, что может быть на свете, хоть бы что. Гудит гармонь, выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали два танкиста гармонисту: знаешь, друг, не знакомы мы с тобой, не тебя ли это брат? Что-то помнится из боя, доставляли мы в санбат. Вся в крови была одежа, и просил ты пить, да пить. Приглушил гармонь. Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте, у тебя маршрут иной, это точно. А гармонь-то знаешь что? Бери с собой, забирай. Играй в охоту, в этом деле ты мастак, весели свою пехоту. Что вы, братцы, как же так? Ничего, сказал водитель, так и будет, ничего. Командир наш был любитель, это память про него. И за пушкой отдаленной, и за тысячи колес, из конца в конец колонны по машинам донеслось. И опять увалы, взгорки, лес да елки с двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, конечно, он.
Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений дем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло отзвеніти.
заводит танец бойкий, огневой. Карела фінська полька, обробка та аранжування Володимира Гейка. Просить солнце на крылья.
лунає, світ Ісуса величає великоднім дзвоном, співом, чистим серцем повним віри, ясних добрих сподівань, великодніх вам світань. Шановні ветерани, ми вітаємо вас з великим святом великодним, святом Воскресіння Христова. Святом, яке особлює торжество життя і диво всепрощеної любові. Вірші Володимира Назаренка, музика Олексія Чухрая. Диво всепрощеної любові. Співає заслужена артистка України Олена Шишкіна. Здоров'я, добра і миру. На все добре.
Чтобы вы не устали, мы вас долго не задержим. Я директор департамента социальной защиты, зовут меня Юрий Иванович, меня Мария Шпарега. То есть это департамент, который занимается именно всеми пансионатами Харьковской области, в том числе и вашим, где мы сегодня с вами находимся. Но прежде всего хотелось бы вас всех поздравить с Днем Победы, с Днем Примирения. Уже пора нам всем примиряться, наверное, да, чтобы мы все мирно жили. Как-то жизнь сложилась так. Не просто об этом говорить, просто говорить о победе, потому что я сам сын фронтовика. У меня отец дошел до Берлина, дважды ранен, кавалер двух орденов славы, но, к сожалению, сейчас его не живет. Поэтому День Победы – это наш семейный праздник, мы его всегда праздновали. Где бы я ни был, всегда 9 мая ехал к отцу, пока он был жив. Сейчас, когда его нет, где бы я ни был, в этот день я еду к нему на могилу. Поэтому я же говорю, что этот праздник для нас очень близок, и мы его очень чтим. Относительно праздника примирения, который сегодня празднует, не сегодня, а празднуется Европа, 8 мая. Да? Ну, пора нам уже в нашей стране жить мирно. Мы же немцев простили за то, что они на нас напали. Да? Почему же мы друг друга не можем простить сегодня? Немцев простили, фашистов простили. А сами не можем навести порядок. Но я думаю, что все, техника не выдержит, буду говорить без микрофона. Но я думаю, что у нас сегодня есть возможность найти понимание друг с другом. К сожалению, идет война. К сожалению, идет война. 270 тысяч украинских войск сегодня размещено на русско-украинской границе, будем говорить так, в Донецкой и Луганских областях. К сожалению, люди погибают. К сожалению, только в Харьковской области сегодня у нас членов семей погибших 134 человека уже. Дети сироты, дети войны, дети новой войны, они, к сожалению, сегодня есть. Если мы говорим о поколении, которое прошло Вторую мировую войну, и мы называем, и среди вас есть много, которые имеют статус «дети войны», то сегодня, к сожалению, есть дети войны, но они вот такие маленькие дети. Это тоже наши дети, тоже дети войны. Поэтому хотелось бы пожелать нам всем, проще скажу так, украинскую мову, розуму, чтобы мы в конце концов договорились, и чтобы в нашей стране был мир. Как говорил Михаил Евгеньевич, Украина внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Огромный вклад. 8 миллионов украинцев погибло в этой войне. По нам два раза прошлись, туда и назад, с боями. Знаете, да, кто воевал, тот знает. Вот. Но мы выжили, выстояли. Нам наши отцы и деды передали огромную страну. И как говорил Сталин, никто никогда уже сюда не придет, и войны здесь никогда не будет. Но никто сюда не пришел, мы начали воевать сами здесь, да? К сожалению, так. И, к сожалению, сегодня, это не секрет, сегодня Российская Федерация атакует границы Украины. И кто мог когда-то подумать, что Россия будет агрессором, и Россия нападет на Украину. Я всегда говорил так, что если у Украины не хватит сил, нас всегда защитит Россия. Но, к сожалению, тот, кто обещал защищать, тот, благодаря кому, в кавычках, мы вывели ядерное оружие с Украины, сегодня наш враг. И это нужно признать. Россия агрессор и враг сегодня для Украины. К сожалению, большому. У меня полковник в России родственников, чтобы вы знали. Поэтому, возвращаясь к тому, с чего я начал, мира нам всем, я думаю, мир в Украине будет. В Украине создана армия, очень быстро, быстрыми темпами создана армия, сегодня она контрактная. У нас хорошие бойцы, хорошие защитники. Сегодня мы уже вооружены и можем противостоять врагу. Мир в Украине обязательно будет. Возвращаясь к Второй мировой войне, всем, кто воевал, будьте здоровы, богаты и счастливы. Всем нам мира, всем вам здоровья и всех с Днем Победы! Хотелось бы уже, пользуясь случаем, что сегодня у вас, может, есть какие-то пожелания по улучшению вашего проживания? Сегодня губернатор Харьковской области Игорь Львович Ранин особо занимается этой категорией граждан, потому что вы знаете, что ситуация в стране и вообще судят о стране по отношению к старикам и детям. Старикам и детям. Поэтому сегодня первоочередное внимание именно тому поколению, которое сегодня считается людьми похилого веку, то есть кому 65 и выше. И особое отношение сегодня именно к гериатрическим интернатам, пансионатам, где вы сегодня проживаете. Вот. Поэтому если есть какие-то пожелания по улучшению, может, вашего проживания, может, какие-то есть вопросы, готов на них быстро ответить, чтобы вас не утомлять. Настенное радио, когда включат? Это самый больной вопрос, и он уже длится достаточно долго. Мы проводим переговоры с Укртелекомом, но пока
Там нам пока только обещают. Но мы держим это на контроле, и я обещаю, что мы все-таки додавим их и включим вам радио. Оно очень нужно, мы понимаем, мы к нему привыкли, поэтому мы это знаем, мы работаем над этим. Я вам скажу так, беру вопрос этот на контроль, я думаю, мне удастся немножко быстрее это все поправить, чем Борис Егорович. Я помогу Борис Егорович этот вопрос. Спасибо. Решим. По питанию вопросы есть? Нет. По одежде, по проживанию? Тепло у вас? Да. Никто вас не обижает? Медперсонал? Нет. Доктора? Нет. Все отлично. Ну что, берегите себя. Еще раз вас с Днем Победы. Счастья вам и удачи. Спасибо вам. Разрешите идти.